Певица из Красноярского края вошла в топ-5 лучших победителей шоу «Голос» во всем мире. Напомню, Дарья Антонюк прославилась благодаря участию именно в этом проекте. В конце прошлого года певицу из Зеленогорска признали лучшей в России. Дарья успешно выступила в финале шоу, даже несмотря на болезнь и потерю голоса. Накануне Антонюк получила очередное признание. Официальный YouTube-канал шоу «Голос в мире» опубликовал ролик с лучшими победителями за всю историю проекта, показанным в разные годы по всему миру. В хит-параде вместе с победителями из Великобритании, Голландии, Исландии и Таиланда оказалась и россиянка Дарья Антонюк. В ролике она исполняет композицию «Stand Up for Love» во время слепых прослушиваний проекта. Видео с самыми яркими победителями шоу уже набрало более 500 000 просмотров.